Да, обычная вилка, вот что важно, друзья, что это просто вставляем и закрываем, да? Да, да, там что-то. Все, закрываем. Сейчас она сработает и пойдет. Дождем, да? Сеть появится, потом зарядка. Сотую зарядную станцию для электромобилей установили в Подмосковье. Теперь жители микрорайона Левобережный могут в ночное время полностью зарядить свою электромашину. Зарядку расположили в умной опоре уличного освещения. Для нас очень важно, что это многофункциональная опора. Здесь светильник наверху. То есть это не просто столб зарядки, а это опора. Вот что важно. То есть она еще нам дает подсветку нашей парковки. Опора двойного назначения. Воспользоваться зарядкой просто. Все управление идет через мобильное приложение. Оно бесплатное, можно скачать как на Android, так и на iOS. После авторизации в системе можно приступить к зарядке. Тест-драйв устройства провели глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и министр энергетики Московской области Леонид Неганов. Мы видим, сейчас у нас отображается на карте более 100 зарядок. Теперь мы локализуемся, видим, что мы находимся, вот в Химках уже видны несколько станбов. Вот мы находимся, по всей видимости, ОТС-зарядки. Сейчас выбрать коннектор. Это у нас 1056-я, да. Предположим, мы хотим с вами заряжаться. Так, он у нас вот один час, мы хотим заряжаться. Такие умные опоры со станции электрозарядки установили в 32 химкинских дворах. Также развивают сеть быстрых зарядных станций с мощностью в 50 киловатт. Одна из них расположена вблизи аэропорта Шереметьево. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.